Наша четвертая поездка в Польшу по Блаблакару. Большая история. Вот на таком бусике мы отправились в очередную поездку в Польшу. Сейчас вы видите кадры с Львова, где мы ожидаем еще одного пассажира. Машина. На этот раз мы решили ехать в Краков. У нас был вариант поехать за 350 гривен с Киева до Кракова по акции от компании Colines, но, к сожалению, ближайший рейс был только на пятницу, а мы же хотели успеть заехать в Польшу до выходных, поэтому выбрали поездку на Бла-Бла-Каре. Но нас ждал полный зашквар на границе. Временная очередь. Сначала мы поехали на игрушки и о чем очень пожалели. Много тачек, сами видите, пропускают очень-очень медленно. Дорога до этого пункта вообще без какая хуёвая. Счастливое число. А это не мы. А, стой. 112. Столько людей. Люди, не поймите, зачем вы туда едете? Я 122. А? Мы 123-е до того, как очередь делится на две. И те ребята, которые стоят в начале вот этой очереди, что делится на две, они там стоят 8 часов уже. Все-таки. Ну, если вообще с запасом еды. Здесь там не все бутерброды сажал. Есть туалетная бумага, чтобы в поле выходить. То... У меня тоже. Мы здесь встретим, по-любому. Так нет, не понял, 120 машин только от того, как очередь делится на 2, там еще полтора километра. А чё не пускаете? Какая причина? Чё так долго? Ну, вот спринтер стоит до знака. Тот, что перед ним стоит, он говорит, что он вот это, с места вот этого спринтера стоит 40 минут. Они очень медленно пускают. И преимущественно берутся второй полосы, преимущественно на это. В итоге мы решили вернуться, отправиться на приграничный пункт Кракинец. Дома курс едет. Ты можешь, короче, с бутылкой, с бабкой пропавшить кофе, на коне границу перескакать. Перепрыгнуть. Саня, ты снимаешь шутки наши. Денег стоит. Клінічні поїзда. Пшемишля на Кракі? Так, да. Другий годині, якщо не помиляюся. Другий 34, 6. Так, що це таке? Ну, якщо кому-то сильно срочно треба, і хтось не хоче кричати «Рассвет, с вами вход». А ты, пожалуйста, головой не расшуярь стекло, потому что не пустят через границу. Слушай, Саня, тут, короче, купить золото это дешевле, чем мы купить. Чем... Да, обмотнемся тут дешевле, в следующий раз. Пипец, мне рассказывали, да, на границе вообще ходил вопрос. Кто рассказывал? Я тебе говорил. Комфортабельность поездки на минибусе в небольшой компании людей намного выше, чем на рейсовом автобусе.
Также в веселую компанию легче принести тяготы и ожидания на границе. Плюс есть высокая вероятность завести новые полезные знакомства, что мы и сделали. В итоге это переросло в офигенное приключение, дало нам новые возможности и бесценный опыт. Об этом я расскажу уже в следующем выпуске блога. Подпишись, чтобы не пропустить это. В конечном пункте Краковец мы простояли всю ночь и как раз на рассвете заехали в Польшу. Слава богу, без особых сложностей.